Безопасность превыше всего. С такой твердой позиции выступает Мособлгаз, отключая очередного абонента от центрального газопровода. Собственник 1/2 части дома номер 15 по улице Чернышевского несколько лет игнорировал закон, не заключал договор на техническое обслуживание газового оборудования и своими действиями, вернее бездействием, угрожал безопасности остальных жителей. После 2 письменных уведомлений Щелковская аварийная служба пошла на крайние меры – отрезать пользователя от ресурса. По 40-му постановлению правительства отсутствие договора влечет отключение потребителей. Мы связывались с абонентом, но, к сожалению, прийти к решению так и не удалось. Приехали, выявили, что договор отсутствует. Также имелась задолженность за потребленный природный газ. По той же причине отсутствие договора на обслуживание газовая служба отключила дом номер 70 на улице Свердлова, в котором, судя по внешнему виду, редко бывают хозяева, и можно только догадываться, в каком состоянии находится газовое оборудование внутри помещения. Мы закончили, установили заглушку ДУ-32, вместо крана. Все принято. Была выявлена утечка газа, то есть оборудование, видимо, что не используется, дома никто не живет, не обслуживает в зимний период. Может быть повреждение, что снег сходит с крыши, и очень опасно, когда никто не наблюдает. Остаться без газа могут и потребители, которые, не имея на руках договор на обслуживание, не предоставляют специалисту допуск к месту установки оборудования. А после отключения восстановление газоснабжения обойдется недешево. Если потребуется проведение земляных работ, сумма может доходить до 100 тысяч рублей. Собственнику нужно написать заявление Мособлгаз, приложив к нему действующий договор на техобслуживание и документы об оплате задолженности, если она была. Узнать дату ТО, оставить заявку на заключение договора обслуживания оборудования в частном секторе можно также с помощью телеграм-бота Мособлгаза. Таким же способом можно удостовериться, тот ли мастер приехал на вызов. Ведь современная проверка газа наряду с обследованием вентиляционных каналов и дымоходов – гарантия вашей безопасности. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.